Здравствуйте! В эфире программа «Дайте жалобную книгу» и я, Никита Кондратов. Сегодня мы расскажем, чем строительство новых торговых центров помешало жителям соседних домов, и поговорим о том, как желание сэкономить может привести к новым затратам. Каждый месяц мы платим за коммунальные услуги, за газ, воду, отопление, тепло, и на этом список не заканчивается. Как правило, выходит кругленькая сумма. Многие горожане ищут пути, как сэкономить семейный бюджет. Например, пенсионер Данил Паскарь решил приобрести новую газовую колонку. Мужчина посчитал, что такая покупка значительно сократит его расходы. К тому же помогли друзья. Приобрели газовую колонку с большой скидкой в одном из зарубежных магазинов. И привезли в Бендеры со всеми необходимыми документами. Но установка колонки потребовала новых непредвиденных затрат. Подробности в нашем сюжете. Данил Николаевич вспоминает, 4 года назад ему приходилось сливать по 3 ванны холодной воды, прежде чем из крана начинала бить теплая струя. Позже горячая вода и вовсе пропала. Как же, мы в кастрюле греем или ведра и купаемся. Вот так греем по 4-4 ведра, жена, потом я. Дети нету, они уехали, но вот так мы здесь мучаемся все время без горячей воды. По словам Данила Паскарь, перебои с горячей водой долгое время беспокоили не только жильцов 9-го дома, но и соседние 9-этажки. Как сообщил директор Бендеры Теплоэнерго, эти дома сегодня находятся на полном обслуживании жилищно-строительного кооператива. Со своей стороны предприятие подавало горячую воду стабильно и без перебоев. Но объем потребления подогретой с их помощью воды заметно снизился, после того, как многие жильцы установили в своих квартирах водонагреватели. Возможно, из-за этого и возникли проблемы с горячей водой у соседей. А в ноябре прошлого года жилищно-строительный кооператив 7-го и 9-го домов по улице Мацнева обратился в Теплоэнерго с просьбой отключить эти многоэтажки от центрального горячего водоснабжения. На основании их заявления Теплоэнерго, выписав наряд, это их пожелание было, отключила им горячую воду. Основанием для неподачи ГВС по этим адресам является то, что согласно заявлению ЖСК 90% жителей установили себе газовые колонки по подогреву горячей воды. И всего лишь 3 квартиры не имеют индивидуального источника по подогреву горячей воды. За отказ от центрального горячего водоснабжения выступило большинство жильцов. Коммунальные платежи за такую услугу они больше не оплачивают. Зато за электроэнергию владельцам бойлеров теперь приходится платить больше. В квартирах, оставшихся без горячей воды, в основном живут пенсионеры, для которых водонагреватель не по карману, утверждают они. Да и в эксплуатации он слишком дорог. Неизвестно, сколько еще Данилу Паскарь с женой пришлось бы по старинке подогревать воду на плите, если бы не счастливый случай. Приехавшие погостить друзья все прелести жизни без горячей воды оценили быстро и предложили свою помощь. У нас, когда прислали колонку с России, немецкую Bosch, я отослал в Москву бумаги. Ребята меня прислали, сертификат качества. В предвкушении скорого решения проблемы отсутствия горячей воды Данил Паскарь отправился в Горгаз за разрешением на подключение в его квартире газовой колонки. Но в бендерском филиале Тирасполь-Трансгаз Приднестровья ему сообщили, что для этого помимо российского необходимо получить и сертификат соответствия Приднестровской Молдавской Республики. Написали там целую петицию, какие бумаги снять, копии со всех, которые у меня есть документация, паспорт, талон этот. Сверхат качества, приходите, и вы заплатите 360 рублей, мы вам выпишем свой сверхкачество. Сертификаты не дают, я понимаю, там, ну, потом 30-50 рублей. Но не 360 рублей. Это куда? Что это? Это обдиралка, настоящая обдиралка называется. Для чего нужен второй сертификат качества, если такой же документ уже выдали в магазине, где и приобрели газовую колонку? В бендерском филиале Тирасполь-Трансгаз Приднестровье нам пояснили. Главное требование при получении местного сертификата соответствия – прежде всего безопасность газового оборудования. Сертификат соответствия – это важно, потому что конструкция котла и все газовое оборудование, которое мы получаем, должны соответствовать, я уже говорил, правилам безопасности и безопасной эксплуатации газовых оборудований. Надо смотреть, что за газовое оборудование. Сейчас делают, где хотите, это газовое оборудование. На территории республики законную силу имеет только Приднестровский сертификат соответствия, подчеркнули в Центре сертификации, метрологии и стандартизации. Французские, украинские, российские и другие производители не несут ответственности за безопасность работы их оборудования в другой стране. Любое газовое оборудование имеет достаточно высокую потенциальную степень опасности, тем более, что мы понимаем, что устанавливается, там, условно говоря, не в чистом поле.
Устанавливается она, как правило, там, в многоэтажном доме, где помимо потребителей имеются еще, кстати, проживающие. Поэтому существует определенная необходимость установить требования безопасности, которым соответствует этот котел или эта газовая колонка, и, соответственно, их каким-то образом подтвердить. Для этих целей служит сертификация. При этом сама процедура сертификации такая же, как и в других странах, отмечают специалисты. Необходимо попросту выяснить, что это за товар и каким нормативным требованиям он должен отвечать. Если к газовой колонке или котлу или еще к какому-то либо другому оборудованию приложены документы иностранные, подтверждающие соответствие, то проводится также и идентификация на соответствие этим документам. А эти ли документы относятся к этому оборудованию? Ну, в одном случае из трех сталкиваемся с фальсифицированием. Документами, поддельными документами. Достаточно часто возится продукция с документами, абсолютно не относящимися к ней. Ну, вы сами понимаете, что судить о безопасности продукции в этом случае, ну, возможность невысока. Зачастую документы на газовое оборудование предоставляются не в оригинале, а в виде копий. Поэтому установить их подлинность достаточно сложно. Случается и так. В ходе проверки выясняется, что к данному оборудованию сертификация ответствия вообще не имеет прямого отношения. Его просто скачали из интернета, а потом распечатали и заверили настолько же достоверной печатью и подписью. Не меньшее количество ситуаций, когда эти документы предоставляются в ксерокопированном виде, хотя в любой стране СНГ или в любой стране мира их есть установленная форма и установленный вид, и установленная степень защиты от подделок и так далее. Как правило, они предоставляются в ксерокопированном виде, и установить подлинность их, ну, это достаточно серьезная и сложная задача. Какие-то российские сертификаты, не только российские, выдаются на серийно выпускаемую продукцию, то есть заводские номера изделия там не указаны. Там указано, что сертификат распространяется на продукцию, производимую в такой-то период, скажем, там 2-3 года и так далее. И как соотнести, скажем, это изделие с этим документом, ну, это достаточно сложная иногда бывает задача, которая, ну, требует определенных экспертных усилий у нас. Когда качество оборудования невозможно подтвердить на основании документов, его исследуют. Проверяют наличие необходимых пломб и отсутствие дефектов. Также испытывают в действии. И только в случае, когда все работы проведены успешно, выдается сертификат соответствия установленной формы Приднестровской Молдавской Республики на защищенном от подделки бланке. Цена при оформлении приднестровского сертификата соответствия одинакова как для розничных, так и для оптовых покупателей газового оборудования. То есть неважно, получаете ли вы такой документ на один экземпляр или целую партию. И в том и в другом случае нужно заплатить 359 рублей 21 копейку. 360 рублей – это стоимость работ по рассмотрению, принятию документов с необходимостью, кстати, идентификации продукции и проверки подлинности сертификата соответствия. То есть, скорее всего, в данном случае сертификат соответствия был в виде ксерокопии. Это требует проверку нахождения в реестре. Это тоже, скажем так, в российский реестр. Там не бесплатная процедура. Обвинения в попытке заработать на незадачливых клиентах специалисты считают напрасными. Центр сертификации и метрологии – некоммерческая организация. Цены на оказываемые услуги предписаны соответствующим постановлением правительства. Так можно ли сэкономить на приобретении дорогостоящего оборудования? По мнению бендерских газовиков, это вполне реально. И совсем не обязательно далеко ходить, а тем более ездить за газовым котлом или колонкой. Большой выбор есть и в местном филиале «Тирасполь-Трансгаз Приднестровье». Сегодня предприятие тесно, причем без посредников, сотрудничает с ведущими производителями газового оборудования Италии и России. Сегодня мы работаем с абонентами. Реализуем газовое оборудование даже тем абонентам, которые нет сегодня, не могут приобрести. Даем в рассрочку до года людям. Значит, мы завозим газовое оборудование, бесплатно завозим. Газовые плиты бесплатно и устанавливаем бесплатно. Только абонент платит за шланг. Предприятие, по словам директора филиала, также проходит процедуру сертификации своей продукции. Но за те же 360 рублей сертификат соответствия Приднестровья здесь получают не на одну единицу, а целую партию газовых водонагревателей. Один документ на все оборудование. Горожанам на заметку, оптовикам сертификат обходится гораздо дешевле, чем розничным покупателям. Три новых здания по улице Советской уже в скором времени украсят центральную часть Бендер. Современные торговые центры позволят жителям соседних домов далеко не ходить за продуктами питания, бытовой химией
и другими товарами домашнего хозяйства. Но шаговая доступность новых магазинов не радует жильцов 34-го дома. По их словам, строение возвели со множеством нарушений норм и правил. Каких именно, знает наш корреспондент. Уже несколько месяцев утренние лучи солнца – редкий гость в квартирах дома номер 34 по улице Советской. Три новых торговых центра в Бендерах лишили дневного света и буквально изолировали от внешнего мира жителей соседней многоэтажки. Евгения Кирилюк привыкла встречать новый день у окна. Любуясь первыми проблесками утренней зари, на глазах пенсионерки пустые улицы оживали, родной город пробуждался. Но последние несколько месяцев женщина вместо утреннего пейзажа видит лишь серые стены торговых центров. Во-первых, я живу на втором этаже, и вот открываю вид этот вот, вообще безобразие. Понимаете, все настроение на весь день портит, и так каждый день. Обращались все, и старшие, и все мы обращались. Никто не обращал внимания. Построили три этажа, как раз третий этаж. Заслонили все полностью, только одна крыша. Многоэтажный дом в черте города построили еще в 70-х. Его проект предполагал и создание зеленой зоны отдыха для жильцов. В начале 90-х на месте сквера возвели временные торговые павильоны. Были два промышленных магазина по продаже хозяйственных товаров и бытовых товаров. Павильоны доставляли большие неудобства хозяевам квартир на первом этаже. Закрывали от дневного света, способствовали появлению сырости. Люди надеялись, что в скором времени торговые точки снесут и перед домом появится долгожданный зеленый сквер. Но на месте временных магазинов решили построить капитальные здания. Решением исполкома, решением, не знаю еще кого, значит, решили построить сначала одноэтажные здания, капитальные, там, и, а потом, значит, первый был проект без подвалов, и второй проект, значит, построить 7, высотой 7,8 метров, и с подвалом 3 метра. Закипела работа. Строители расчистили место, разобрали старые павильоны, вырыли котлованы. Придомовая территория превратилась в большую строительную площадку. Двор перерыли, засыпали строительным мусором. А непрекращающийся рев спецтехники лишил жильцов тишины и отдыха, утверждают здесь. Если уж нужна всем эта система электропроводка, значит, проведите, чтобы всем, и одному, и другому, и третьему. А так это провела, значит, вот так вот все перерыла. Потом пришло время другому, другой роет уже по своей, как говорится. Сейчас будет третий, но сейчас уже, правда, уже и третьему, и четвертому начали. Вот это уже проложили три линии. Уже через несколько месяцев рядом с жилым домом появился двухэтажный магазин. Позже начали возводить еще два торговых центра. Такое масштабное строительство вызвало волну негодования жильцов. По их словам, работы проводятся с нарушениями. Расстояние между жилым домом и новыми зданиями не соответствует строительным нормам. Они сказали, нарушений, мол, нет, что это освещение достаточно. Пожарники сказали, разрыв 8 метров есть. В общем, но как мы видим, что его там по идее нет, потому что если бы разрыв был 8 метров, то вокруг дома должно быть, чтобы машина могла проезжать вокруг дома. Все эти нормы соблюдены. Неоднократно проходили комиссии, проверяли. Мало того, что мы учли их не еще пожелания жильцов, и магазины отдвинули это окон на 2 метра. Еще дополнительно. Поэтому сегодняшний день нарушения санитарных норм и пожарных норм там отсутствует. По словам горожан, спецтранспорт заехать во двор оккупированного новостройками жилого дома не может. Все въезды со стороны улицы Советской перекрыты. Водителям приходится объезжать несколько кварталов, но не все находят путь к подъездам. В экстренных случаях жильцы могут остаться один на один с опасностью. Вот я недавно вызывала скорую, вот сюда я пришла с сердечным приступом, я вот сюда вот меня довезли, но они извинились, что не могут, потому что кружат и не знают, как подъехать, понимаете это? Несколько недель назад между торговыми центрами и жилым домом появился забор. Жильцы утверждают, ограждение установили незаконно и настаивают на его устранении.
Застройщики, в свою очередь, пошли на уступки. После долгих уговоров они готовы удовлетворить желания возмущенных соседей. Люди возмущены. И между мы уже приглашали депутата, который тоже сказал, что никаких ограждений между домами, ну, нашим домом и магазинами не должно быть. Это по решению, по согласованию сторон, как бы, если там какие-то там согласования можно. А капитальная вот эта стена вообще не должна быть. Поэтому мы требуем прямо, не то что просим, а требуем убрать вот эту стену. Потому что она нам, как говорится, создает такой, ну, действительно, вид могильный, что ли, или как там выразиться. Вы говорите неправду. Никаких... Вы меня хотите до инфаркта довести? Я уже полежала в больнице. Я уберу. Если будет какая-то проблема с созданием, я буду писать ответные заявления. Оставшиеся спорные вопросы недовольные жильцы обсудили с главным архитектором города Бендеры Виктором Николаевым. Специалист заверил, все их пожелания будут учтены, а неудобства устранены. Было совещание 27 марта у меня в кабинете с присутствием их жильцов и депутатов Верховного Совета. И все их пожелания, значит, будут выполнены. В протоколе не описаны сроки, когда будут устранены эти все замечания. Так, по проекту, совсем скоро будет выглядеть улица Советская. Новые торговые центры изменят облик центральной части города. Специалисты отмечают, строительные работы, а также благоустройство прилегающей территории закончат уже ко Дню Республики. На сегодня это все. Мы надеемся, что наша программа помогла тем, кто к нам обратился. Сейчас на ваших экранах вы видите электронный адрес нашей программы и телефон редакции. Если вы попадете в непростую ситуацию, столкнетесь с безразличием или откровенным нарушением ваших прав, не молчите, требуйте жалобную книгу. Всего вам доброго!